Мы решили тоже написать книгу о истории главной центральной улицы нашего города. Ведь история улицы начинается с зарождения самой крепости. И по истории улицы можно проследить историю города. Это культурный, деловой центр, сосредоточение жизни было вот в Симбирском, Ульяновском крае. И даже изгиб этой улицы, ее градостроительные очертания повторяют очертания укрепленного вала крепости. Поэтому это главная магистраль, сердце города. И книга рассказывает в форме увлекательного путешествия о зданиях, о культовых сооружениях, о деятелях культуры, истории, общественных деятелей, которые жили и работали на этой улице. В первую очередь, книгу нам бы хотелось адресовать нашей молодежи, чтобы эта книга была в вузах, была в школах, чтобы молодежь видела, да, действительно, край богат традициями, история очень богата, и эти традиции нужно продолжать. И, глядя на эту улицу, мы видим, это дань памяти вот нашим поколениям симбирян-ульяновцев. Они своим трудом преобразовывали облик города, улицы. И наше дело – поддерживать ее состояние прекрасное, развивать. И вот именно как дань памяти, уважение к прошлому, чтобы любили свой край, уважали. И вот это одна еще из страниц. Через историю улицу раскрыть историю города и историю региона.